Всем привет! Вы на канале Бла-Бла Фьюзинг. Мой кетообед на сегодняшний день. Я уже на сегодняшний день похудела на 48 килограмм. Я весила 122,5 килограмма. Сейчас 74,5. Это ровно 48 килограмм. Я пытаюсь удержать этот результат. И питаюсь на данный период на 2000 килокалорий. Что сегодня в моем обеде? Это белокочанная капустка. В салате 100 грамм дайкона, еще здесь из зелени щавель свежий и петрушечка. Заправлена виноградным маслом, и все это еще посыплю пищевыми дрожжами для восполнения недостачи витаминов группы В. Сегодня еще сварила свиной бульон. Я варила, получается, свиные лытки. И вот этот бульон, который остается после приготовления сальтисона, идет у меня на супы. Сегодня здесь шампиньонки из мороженых. Здесь где-то в чашечке. Ну, грамм, наверное, 75 этих шампиньонов. И еще здесь разбито сырое яйцо. Я очень люблю вот такие супы вот с яйцами. И еще здесь, наверное, грамм 7-8 майонеза. Естественно, тоже кето-майонеза. И еще сегодня у меня котлетки. Котлетки тоже из свиного фарша. Здесь немного есть, потому что панировка была, мука. И в самих котлетах буквально, наверное, грамм 7-8 белого хлеба. Ну, так получилось, короче, что придется мне эти котлеты есть самой. А так, в принципе, все это как бы вполне себе кетосъедобное. Так, ну, здесь 30 грамм, 30 грамм нежаренных очищенных семечек и почти 60 грамм соленого сала. Вот такой кетообед получился сегодня. Я в предвкушении, все очень вкусно и надеюсь, и точно уверена, что очень сытно, и это полностью меня удовлетворит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите замечания и комментарии. Всем привет, пока-пока!